Монета 1940 года, 10 копеек. На реверсе в центре поля монеты расположен восьмиугольный щит. На нем указан номинал монеты, число 10. Под ним обозначено название денежной единицы, сокращенное от слова копеек, надпись «КОП». Слева и справа от щита дубовые ветви с тремя листами на каждой и желудем, смотрящим вниз слева и смотрящим вверх справа. Под щитом указан год чеканки монеты, дата 1940. Над щитом пшеничный колос, вершины, заходящие за его верхний правый край. На аверсе в центре изображен герб СССР образца 1936 года с 11 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входивших на тот момент в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символизирующий союз рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом пятиконечная звезда. Под гербом полукругом вдоль канта прописана аббревиатура государства, ступенчатая надпись «СССР». Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из мельхиора марки МХ-8020, сплав 80% меди и 20% никеля. Вес монеты 1,8 грамма. Диаметр 17,27 миллиметра. Толщина 1,1 миллиметра. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом 63 миллиона 956 тысяч 890 штук. Средняя цена монеты составляет 300 рублей. Конкретно эта монета куплена за 400 рублей.